В 2012 году правительство области активно занималось вопросами дорожного строительства. Построено и реконструировано почти 56 километров автомобильных дорог общего пользования, мост через реку Тавда, две транспортные развязки на автомобильной дороге Дюмень-Ханты-Мансийск, транспортная развязка в двух уровнях в городе Тюмени на Московском тракте. Отремонтировано более 180 километров автомобильных дорог и 5 мостов. Проводилась реконструкция автовокзалов и автостанций. Продолжена работа по приведению транспорта общего пользования в соответствии стандартам.